Продолжается голосование в проекте «Аллея России». В апреле этого года стартовал конкурс. От каждого из 85 субъектов будет представлено одно растение – дерево, цветок или сельхозкультура, которое, по мнению жителей, считается символом области или края. Ивановцы решили, что представлять наш регион будет калина обыкновенная, рябина, черный тополь, черемуха или лесная яблоня. Голосование проходит в режиме онлайн. Первое место и 28% голосов на данный момент у рябины обыкновенной. На второй позиции – черемуха. Экспозиция «Аллея России» будет представлена в Парке Победы города Севастополь. У ивановцев еще есть шанс проголосовать. Скажу, как бывший лесник, у нас одна из самых лучших вообще в России берез. И, в принципе, как бы вот береза – это вообще… Но береза – это символ, конечно, наверное, всей России. Поэтому вот в этом плане нам приходится выбирать между другими деревьями.